Всем привет! У нас третий день идут дожди с грозой и никак не дают выйти на огород. Вот такая красота! Можно пойти в теплицу посажать, баклажаны высадить, перцы. Вот и град нарисовался. Вот мои перцы. Цветут уже. Вон цветочки. Всю остальную рассаду перенес в теплицу, чтобы не занимать окна дома. Вот так вымахал мой абрикос, который был посажен из косточки. Высота сантиметров 50. Что посоветуете сделать? Я бы хотел его высадить на улицу, подрастить немножко, отчекрыжить макушку и сделать прививку, ну, например, на сливу. Здесь тыквы показываются, выращиваю в горшках, потом высаживаю на улице. Потому что до 2 июня у нас могут быть заморозки. Китвард прислал подарок. Весы. За покупку плиты индукционной. Сейчас вытащу их. Посмотрим, что это такое. Ну, обычные весы, ничего особенного. Ничего. Симпатичные. Взвешивают от грамма до 5 килограмм. Не включаются, наверное, заблокирована батарейка. Сейчас посмотрим. Ну да. Все, блок сняли. Открываем. Включились. Ну вот эти весы получше, потому что те, которые у меня, они при включении показывают какую-то ненужную мне погоду. Посмотрим, как они себя будут вести в работе. В любом случае, Китфорту спасибо. Ну и рекламки. Типа в Инстаграм что-нибудь выложи, получи супер приз. Тра-та-та, тра-ля-ля. Инструкция. Раз идет дождь на улице, буду сидеть дома и займусь сегодня картофелем. Сегодня купил картошку на семена. Гулливер. 3 килограмма. Ее, в принципе, здесь много, и мне хватит на посадку. В прошлом году я такой же мешок сажал. Сейчас я ее обработаю престижем. Это такой классный препарат, который защищает картофель от парши, от фитофтороза, от различных грибковых заболеваний. Короче, после обработки этой штукой картофель растет идеальным, то есть он ничем не болеет. Испытаны на себе уже 2 года подряд. Еще у меня магазинный картофель остался на еду, который был куплен. Он крупный, уже немножко пророс. Я его порежу на более мелкие куски с глазками, обработаю антисептиком каким-нибудь и также далее престижем.
пока все это картофельное дело будет обработано и лежать у меня на террасе, подсохнет. Ну а затем, как погода позволит, пойду на огород и все высажу. Никаких подкормок вносить я не буду. У меня там достаточно навоза. Навоз показал себя с лучшей стороны. Благодаря ему картофель вырастает крупный, земля рыхлая, питательная. Надеюсь, и в этом году урожай картошки будет отличным. Пока фигачит гроза, на всякий случай вырублю в одной автомат, чтобы ничего не сгорело, а то уже такие прецеденты были. Все, сидим в темноте. Еще лавка вот такая мне пришла из озона для огорода. Можно сидя на ней работать, можно ее сложить под коленки. Очень удобно, чтобы не горбиться постоянно. Это лавка-перевертыш. Можете сюда сесть. Затем можете перевернуть. И очень удобно коленями сюда встать. Ну да. Ну я по старинке все на корточках, да, сгорбившись. Ну на сегодня, наверное, это все новости. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Оставайтесь на канале. Пока. А кому сейчас хорошо, так это утятам, которые без остановки бегают под дождем. Всех червей, наверное, собрали с участка. Растут как на дрожжах, на травке да на червяках. Скоро будут как утка большая. Так им уже и месяц.